И к другим темам. Современные дети много времени проводят в интернете и перед телевизором. И ограничить подрастающее поколение от нежелательного контента помогают дополнительные опции, которые предоставляют провайдеры. Подробнее о них расскажет Николай Смирнов. Маленький Влад любит смотреть передачи про животных и насекомых. Мама спокойна, ведь сыну не покажут ничего, кроме мультфильмов, доброго кино и познавательных программ. Безопасный просмотр ребенку обеспечивает функция родительский контроль в интерактивном ТВ от Ростелекома. А всего в пакете более 200 каналов. При этом смотреть их можно в удобное время с любого экрана – телевизора, планшета или смартфона. Интерактивное телевидение, оно очень семейное. Телевидения. И благодаря вот набору каналов даже в базовом пакете, оно закрывает потребности, в принципе, любых членов семьи. Родительский контроль работает просто. В настройках устанавливаем возрастной профиль, например, 6+. И при необходимости время просмотра, например, с 12 до 2. Вводите пароль, и профиль готов. Теперь ребенок сможет смотреть только разрешенные передачи. Мама Влада активно пользуется функцией, впрочем, сын ограничений не чувствует, ведь его любимые программы доступны всегда. Люблю каналы про животных, про пауков, про термитов. Термиты, они строят дом в деревьях, защищаются солдатами и сами деревья едят. Ростелеком подключает интерактивное телевидение и интернет по оптическим линиям связи, что гарантирует высокие скорости интернет-соединения, качество и стабильность сигнала. Николай Смирнов, Тюменское время.